Подайте. Есть что у вас? Подайте. Взгляни на нас. Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. В Иоппе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горницу. А как Лидда была близ Иоппе, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иоппе, и многие уверовали в Господа. Симон, Ионин. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси агнцев моих. Симон, Ионин. Любишь ли ты меня? Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Симон, Ионин. Любишь ли ты меня? Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Иди за мной.
Мы слышали, что сказано: люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Мы слышали, что сказано: люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Мы слышали, что сказано: люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Молитесь за обижающих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Позже Иисус явился 11 ученикам, когда те возлежали за столом. Он сказал им: «Идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен. А тот, кто не поверит, будет осужден. Уверовавших будут сопровождать знамения. Они будут моим именем изгонять демонов, говорить на новых языках. Они будут брать в руки змей, и если даже выпьют смертельную отраву, это не повредит им. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать».